сзади, спереди. Сейчас очень аккуратно за голову садим спереди. Только шапку не снимаем, а то замерзнете. Отлично. Сейчас едем и держимся за носики со стороны спереди. Здравствуйте. 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 Ты что, курит? Привет. 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 Да, да. Шамиль, давай, Шамиль. Давай, давай, Шамиль. Шамиль, давай. Давай. Наступающим. Без коробки, очень энергичные машины, очень. Честно говорю, всем нравится, кто ездит, всем нравится. Ну, Адель еще бы чемпион России, чемпион Татарстана. Адель Малахмет. Практически, что это такое? Это выпускные практически экзамены наших выпускников. Значит, молодежь теперь сама стала организовывать соревнования. Итак, начинаем мы, парни, вот легко, отлично, все, давай посмотрим, да? Итак, готовы? Ну, начинаем. Домашняя. Мне нравится, они сразу отвернулись. Друзья мои, вот это да, ничего себе. К нам приехали вечерние гости, президент республики Татарстан Рустам Ильич Минниханов. Наши прекрасные почесные гости. Друзья мои, вот это да! Наши гости решили опробовать лёд! Будет на ногах сверкающие коньки! Друзья, Рустам Нургалевич и Исаевич вместе! Друзья, все вместе! Начинаем отсчёт с 5! Приготовились! 5, 4, 3, 2, 1! Праздничный салют в честь открытия сезона 2015 народного катка на жизнь! Друзья мои, я вас не слышу! Хочу поблагодарить Ирина Борисовича и как коренного казанца, и как
руководителя, вот когда президент страны говорит об ответственном бизнесе, это вот как раз человек дела. Посмотрите количество детей, молодежи, родителей с детьми. Это только начало сезона, в преддверии Нового года такой подарок горожанам, столице и гостям. Это я просто желаю Юрию Борисовичу, чтобы в сторице все вернулось, прежде всего его семье и процветание их бизнесу. Они очень много делают в городе, это очередной шаг нашим жителям и огромный подарок столице. Спасибо, Юрий Борисович, всей компании. Мы, горожане, мы местные, мы обожаем казанцев, обожаем наш город, любим наш Татарстан. Так что всех с наступающим Новым годом и как можно больше спорта и удовольствия на следующем воздухе.